Все желающие сотрудники Казанского федерального университета теперь имеют возможность закрепиться к университетской клинике «Казань». Для этого необходимо заполнить заявление о выборе медицинской организации. Заявление можно найти на сайте университета или на сайте университетской клиники. Необходимы данные всех документов, среди них паспорт, ИНН, полис, страховое свидетельство. Прикрепиться к клинике «Казань» могут также дети и супруги сотрудников КФУ. Заполненные заявления нужно распечатать в одном экземпляре с оборотом и предоставить в управление кадров до 23 сентября этого года. Прикрепление клиники «Казань» – это возможность пользоваться качественной медицинской помощью. Здесь работает более 400 квалифицированных врачей. Ежемесячно успешно обследуется более 30 тысяч пациентов. Клиника оказывает высокотехнологичные виды медицинской помощи. Доступен дневной и круглосуточный стационар. Врачи оказывают помощь в экстренной, неотложной и плановых формах. Диана Интимирова, Универньюз.